Вы сейчас обрабатываете вот этим раствором. А насколько, по вашему мнению, это эффективный раствор? Очень эффективный. Он противовирусный препарат. Вообще применялись против АЧС, африканских чумных свиней, он против всех вирусов работает. Если там что-то оставалось, он все погибнет. Сегодня в Ивангороде проводится дезинфекция, значит, магазинов, аптек, территорий в Ивангороде. Это занимается станция по борьбе с болезнями животных Кингисеппского и Исламовского района, эта организация. Обработали большую территорию в Ивангороде. А кто является заказчиком работ, которые сегодня проводятся? И это кто заказчик финансирует? Правительство Ленинградской области непосредственно. Заказчик по всей Ленинградской области обрабатывают силами ветеринарных клиник, ну, не ветеринарных клиник, а ветеринарных учреждений, находящихся на той или иной территории в том или ином районе, и их силами выполняются эти работы. Правительство Ленинградской области, у них там договорные обязательства, и они выполняются совместно с Роспотребнадзором, если я правильно знаю, выполняются эти работы. А скажите, наша управляющая компания, как у нас в Ивангороде организована вообще работа по дезинфекции подъездов, жилых каких-то помещений? Можете же пояснить? Да, сейчас вот непосредственно вы правильно сказали, станция по борьбе с болезнями животных непосредственно по Кингисеппскому и Исламовскому району выполнены работы по дезинфекции общественных территорий, а именно подходы к продовольственным, именно продовольственным магазинам, к аптекам, детские площадки, места общественного скопления и административные здания, почты, и где массовое количество людей может находиться. Непосредственно по многоквартирным домам силами управляющей компании, ТСЖ, всех видов собственности непосредственно выполняются работы по дезинфекции, а именно выполняются работы по дезинфекции входной группы, это обработка дезинфицирующими растворами ручек подъездов, шкафчики почтовые, домофоны, кнопки, щиты электроприборов, которые находятся на площадке, перила лестничных площадок, и непосредственно само покрытие, то есть ступени, площадки, все это обрабатывается. В каждом управляющей компании ТСЖ есть график обработки. Это делается все силами нашей управляющей компании городской? Силами всех прав собственности, то бишь это и управляющей компании, и ТСЖ. У нас же помимо управляющей компании еще есть ТСЖ в городе, их порядка 5. Вот, и они выполняют непосредственно в своих территориях обработку. Они обязаны, им всем разосланы непосредственные памятки, что необходимо выполнять. И нашими силами мы контролируем выполнение данных работ. Вести здоровый образ жизни, в первую очередь. Здоровый образ жизни. Конечно. Ну а остальные методы, которые сейчас предпринимаются, по вашему мнению, вообще нужны они? Дома сидеть. Мне кажется, человек теряет здоровье, сидя дома. Побольше на свежем воздухе. Конечно, мне
Там, где много народу, поменьше убирать народу. На свежем воздухе легкие фильтруются. А собачка выручает сейчас в это время? Так как видишь, с ней гулять надо. Вот ваше мнение, насколько эффективны все меры, которые сейчас администрация проводит, правительство проводит? Вот ваше мнение. Все хорошо, все правильно делают. У нас народ не хочет служить. Сказали сидеть дома народ. То есть если у меня мама сидит дома, я сходил ей в аптеку, вот и весь ответ. А народ не хочет этого принимать, сами себе виноваты. Что правильно делается, да? Ну а чтобы не заболеть, что нужно делать? Соблюдать режим.